далее. Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства разрушенной страны требовало масштабных преобразований. Реформы не обошли стороной и систему власти. 28 марта 1946 года Совнарком ТССР был преобразован в Совет министров республики. В 1950 году его возглавил Миргарифан Азизов. Я хочу выразить благодарность правительству Татарстана, потому что считаю, что память – это лучшая благодарность моему деду за его труд.